Нормальные люди, пиздят. Кстати, меня не клепают. Ой, блядь. Что это было? На курей ферму? На курей ферму? Конечно же, зверь. Не понял, что там Зверев? Произошло. Он охуел сильнее всех. Что за вопрос, дебильный? Его взяли, а? Меня поразило, что они так долго с нами общались. Они вообще должны были сразу нам уступить. Что это за быдланы? Молча отказаться от дебатов и отдать сразу выходной. Нихуя! Блядь. Вот это гордость взяла сразу за мужика. Вот это нормально. Пацаны, кстати, спасибо огромное всем за подписки. Кто спрашивает на Ютубе, еще раз всем скажу, всей своей миллионной аудитории, пацаны, если что, стримы каждый день в 8 вечера начинаются, фан-стримы, они такие перебоями, короче, идут, но буду скоро чередовать 4 дня по Москве, так что ты заходи давай, я Twitch, ссылка там внизу в описании, ты такой раз зашел, подписался, отслеживать там нажал и все, и на коне в закат. Угу. Сегодня, кстати, 100к разыгрываем, сегодня пацанам видеокарты разыграю, 1080 Ti. Разыграю клавиатуру и две мышки очень дорогих, очень хороших. Да, так что как-то так. Ха! А тебя, кстати, не было. Так что... Блядь, это слушай. Тебя здесь не хватает, братиш, заходи. Поговорите с предводителем соратников. Что у тебя есть на продажу? Клинки, шлемы. Давай посмотрим. Практически все необходимое. ОБС, сделай погромче. Чё за рофл? Ладно. Я помогаю отцу куда? Только лучшее оружие и броня. Чё, мать, заболела, что ли? Чё, ты приболела, приуныла, что ли? Нормально? Твич, ВТФ, Твич, ВТВ, ФТВ. ВТФ, я смотрите вашу сигнал, Twitch, ВТФ, ВТФ. Вот каждый раз с утра встаю, мне же надо умыться как-то, знаете, я такая встаю вот так вот, иду в ванну перед зеркалом, вот иду вот так вот, иду потом вот так вот подхожу, такая потом... Оскара, блядь! Браво! Браво! Шо, минус уши, да? Шо, минус ушки? А шо так? А шо? Шо? Тебе все потише, да, теперь сделать? Бан сейчас будет, блядь. Все, вот так вот нормально, отстаньте! А то уйду в закат. Что сейчас было? Ебать! Горин странный, но прикольный, нахуй. Не говори. Спать надо идти уже, походу, блядь. Ну она стоит, прям стоит. Вот стоит, вот. Ты знаешь, как стоят вещи? Они... Не стоит ничего? Тогда... У тебя стоит? Стоит? По правой стороне в кожаном чехоле. Нет? Есть что-то синее торчащее? Не стоит? Да-да-да, ты трогаешь его, да. Попробуй, да. Стоит? Как быстро достать 1000 рублей? Опять, блядь, наклепали додики, а? Ск. Стоит? Ну, нормально. Ля-ля-ля, на скеле выходит.
голоса в голове. Они шепчут мне: «Убей! Убей их всех!» Но я не готов. Я вам серьезно говорю, я вот с этого кота, вот с этого... Я не знаю, что это за порода, короче. Я правда, я бы Вики вдул. Матиль, могу познакомить? Кого? Волосатый сфинкс? Убей! Давай! Давай их всех убьем! Ты так хотела отсосать, мой хуба пососать, он такой большой, тебе не влез бы. Как в перископе. Пизду нахуй. Дебил, блядь. Господи. Если мне конец канал за такую херню забанят, я их всех найду. Всех. Вообще всех. Блядь! Ебать! Сука! Мне кажется, если это одному смотреть, можно немножко обосраться. Самый малость. Ну, чуть-чуть. Ты чё, охуел? Ты чё, блядь? Не понял. Ты... Чит был сейчас. У меня ножи, блядь, закончились. А может вот так вот ебанюта в тебя, а? Это ты почувствуешь? Тихо. А, это свой. Ну, у меня такая же ошибка в сталкере была. А что бы ты делал, если бы у тебя завтра оказался $1,000,000? Хорошо, у меня есть 3 пункта. Первый. Я бы купил бы смазку. Второе, билеты в Санкт-Петербург. Ой, третье, выебал бы тебя. Я поняла. Блядь, страну подсказать. Суровая реальность. Блять. Алло, это Казахстан? Знаете, что самое интересное? То, что на самом деле вот такие... такие вот чуваки вообще красавчики. Просто. Потому что, знаешь, вот люди потом начнут думать, что вообще делать и как быть, и вообще стоит ли так стримить. Лайк просто. А, господи, сколько у него этих фейков? А это чувак, блять. Слышь, чувак, прикинь. Еще чувак, это еще и не последний раз, слышь? То есть, прикинь, чувак с разных аккаунтов меняет голоса, разные аки и добавляет. Тролль просто, блядь, сука. Ой, алло, 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 алло. Это Империя с братьями Буриал махается, смотри. У кого такой голос сексуальный на Твиче, не знаете? Пиздец. Кина не будет. Электричество кончилось. Блять, я даже не думал, что он со стороны этот момент, блять, так смешно смотреться будет. Вот это респект за клип. Вот это я что-то не думал. Что-то я не ожидал. 4 утра. Лёх. И вот эти крошки, короче, вот после работы в школе. Блин, блин, блин.
Пизда. Сейчас, подождите. Я за все время стриминга раза 4 так тоже проливал. Что? Сейчас у Сильвера жопа на луну улетит. Да. У меня лидер команды покинул, блядь, игру, и меня в меню, блядь. Чё это за хуйня? Лол, блядь. Чё меня кикают, блядь? Я типа ебу всех, меня кикают. Или что, блядь? И резюме. Сыночек мой. Ты дома, мой сладкий. Ты дома, мой родной. И резюме. Дома, мой писюнчик, мой маленький ракокошенька. Привет. Это я, твоя пизда волосатая, твоя любимая Зиночка, твоя пёздочка небесная. Дома, сыночек, дома, милый дом. Чё? Блять. Ой, блядь. Ёб твою мать, а. Вы вообще нормальные, нет, люди? Адекватные, нет? Я, конечно, все понимаю. Там вот эти. Дома. Не дома ты, не дома. Ну и ёпта. Ну, ёбаный в рот. Ништяк, я протер вообще ништяк. Блять, а чем завоняло, я не понял. Че за хуйня? Че за... Че, блядь? Кто? Кто шептуна запустил? Я не понял, погулять. Блядь. Подожди, это тряпка, что ли? Сука, это тряпка! Ёб твою мать! Ясно. Че? Много сахара положено? Че? Тряпка провалялась, короче. Я и вытер. Забыл высушить. А чего? Чего я сделал? Я говорю, я не могу хуй так соленая, блядь. Соленая? Да ты дура ебаная, иди нахуй с сморчой. Да, типа разъебался. Блядь, что за хуйня ты делаешь? Где ты на членце клеишь? Бля, она теперь не отклеится. На минус брюки, мои любимые. Че это такое? Она не отклеивается. Кто? С хуй, в смысле, подожди. Дорогие админы Твича, я так себя на стримах не веду. Так делать нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот будь я админом, я бы, конечно, бы вот... Не баньте, пожалуйста. Убиваем или... Кью или Е? На, блядь! Пыра! А, бля, маслину поймал. Конец истории. Сука. Ты ебать. О, ля, шугул пьюсь. Блядь, теперь... Нихера не понял, но очень интересно. Блядь, чё мне нахуй Матвей сделал с персоу?
Че за хуйня? А, это РП, что ли, ГТАХа? Так, у него 5000 рублей. Че за хуйня? Сори, что есть. Дабл, блять. Это, короче, англичанин, ну, блядь, короче, иностранец, да? Ага. Ему нравится, когда мы говорим блядь. Так что нужно одновременно. Блядь. Блядь. Говори еще. Блядь. 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 Не, ну ты же он кончил. Как порно. Все нормально. Круто. Блядь, тварь! Только дай еб твою мать! Пиздец! Да иди ты от меня уже нахуй! Вангую, что Макс с Дэном сегодня будут валяться в кроватях и угорать с фильма. Мол, гоу ко мне в палатку, пастушок. Ссылка, залазь. Доставай спиннер, ебаный рыбак. Подышим, блядь. Я вхожу. Давай. Ставил? Да. Волки-волки! У меня скоро начнется бзик! Я, конечно, прошу прощения. А вот это кто? Что-то очень он мне напоминает одного молодого человека. А как ее ник? А что мне? А, нарисует, что ли, всех подряд? А как ник? Слышите, киньте в эти... В комменты к видео, ребят, на ютубе киньте канал, кто-нибудь один, или просто пролайкайте этот комментарий. Надо будет зайти поблагодарить. Ничего себе! У меня тут, оказывается, такие девушки меня рисуют, а я не благодарю. Ай-яй-яй. 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 Это Дрейк, это бан, блядь! Додик. Че, не видишь, дядь Леш, с зелеными наушниками? Человек сверло. А, вон, Гладволак. Ля-ля-ля, меня с рядом с дедушкой моим любимым сделали. Сколько лет пройдет, все о том же гудит проводом. Все того же ждать самолетом. Девочка с глазами из самого синего льда лутает под огнем пулемета. Это лайк. Сразу прям, заранее. Лишь бы мы проснулись в одной постели. Скоро рассвет, выходы есть. Ключ поверни и полетели. Ну, неплохо, да. Сплин в анлок. Нужно вписать. Согласен. В чью-то тетрадь. Не, ну это лайк. Кровью, как у метра, полетели. Выходы есть. Выходы есть. Крутой чувак, на самом деле. Ля-ля-ля, что делать? Ля, пошел! Ля, покемон какой! Спасибо, Twitch, VTF. Лол, you got bamboozled, бро. Ой, вилончик. Лё, какая. Ничего себе! Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил.
И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.